Ну что, про Геннадия, да? Давай. Да? Ну, один мужик, короче, на уикенд, слышь, к нему жена уехала, и он думает, ну, что делать, на два дня, блядь, ну, пиздец, мучается бедненький. Думает, ладно, втихаря позвоню я в эскорт-сервис, закажу себе тёлку охуенную. Ну, звонит, ему говорят, Вася, блядь, ну что вы, ёпта, сегодня же суббота, все лучшие тёлки разобраны. Но у нас есть охуенный мальчик, он говорит, вы что, обалдели? Я что, вам пидорас, что ли? Повесил трубку. 10 минут подумал, потом перезванивает и говорит, ну, ладно, я беру, только никаких субследов, я приеду к вам наличными, заплачу и все. Приезжает, короче, ему говорят, вот у нас мальчик сейчас приедет, 10 тысяч долларов стоит, зовут Геннадий. Геннадий, блядь, ёпты. Ладно, платит бабки, ждет, приезжает красавец, заходит, блядь, говорит, Геннадий, здрасте. И Геннадий говорит, ну, поехали ко мне, все нормально будет. Выходит, там Ламборджини черная сумасшедшая, блядь. Ну, этот чувак садится, едут, несется по Кутузовскому 300 километров, менты останавливают, стекло опускают, говорит, Геннадий, менты говорят, ой-ой-ой-ой, убегает, блядь. Мужик смотрит, думает, нихуя себе, едут дальше, блядь. Приезжает на дачу, на Рублевку, сумасшедший дом, ворота, блядь, заезжает на Ламборджини. Геннадий говорит, ну заходи, вот там заводит огромный холл, блядь, бешеный. Он говорит, наливай себе коньяк, виски, хуя мое. И это сам, я пойду в душ. Тут пошел в душ. Этот мужик думает, ебать мой, хуй. Звонит в этот эскорт-сервис, говорит, девушка, девушка, я тот мужик, который у вас мальчика заказал, Геннадий. Она говорит, да, ну что, все нормально, вам все нравится? Да, девушка, девушка, а Геннадий в курсе, кто кого ебать будет?